Каспийске на базе школы номер 13 состоялся обучающий семинар для представителей, заместителей, председателей, секретарей, участников избирательной комиссии. Участники мероприятия подробно ознакомились и освежили свои знания об избирательном праве. Насколько большое сильное внимание нам надо уделить этому делу и уделяет наше государство. Вы наши боевые друзья, боевые братья, сестры, с которыми мы уже сколько лет проводим выборы. Какие тяжелые могут быть выборы, ни нам ли с вами не знать, да, об этом. Поэтому выборам надо уделить серьезное внимание. Какие-то ошибки, которые у нас бывают, надеемся, в будущем у нас их не будет. В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы, а именно процедура передачи первых экземпляров протоколов голосования, подсчет голосов участковой избирательной комиссии с применением технологий изготовления протоколов и многое другое. Право избирать и быть избранным в органы государственной власти, органы местного самоуправления и закрепляет право на местное самоуправление, в том числе путем проведения выборов и референдума. Основной рамочный федеральный закон, которым мы все с вами руководствуемся при проведении выборов на территории Российской Федерации, понятно, на территории Республики Дагестан, это закон номер 67 ФЗ. Отметим, что спикерами на семинаре выступили председатель собрания депутатов Абдулвахид Джаватов, председатель территориальной избирательной комиссии Каспийска Лина Перцева и секретарь избирательной комиссии Республики Дагестан Саида Халидова и другие. Присутствующие, в свою очередь, отметили важность проведения подобных встреч. Мы понимаем, что основную работу на выборах, основная нагрузка, она ложится на участковые избирательные комиссии. Потому что, что самое главное, процесс голосования, подсчета голосов, установление итогов, да, голосование, составление протоколов. Это вся работа, которую делаете вы на УИКах. И в чем сложность? Сложность в том, что избирательное законодательство, оно на первый взгляд кажется, ну, простым. На самом деле оно достаточно сложное. Стоит подчеркнуть, что к началу избирательного периода будут проведены следующие заседания, на которых также детально будут разбираться все правила проведения выборов.